Видела нового парня Машки? Ой, да вообще, мне Витька больше нравился. Мне тоже. Ну, скоро там еду привезут. Думаю, да. Столько пластика, а мы всего лишь заказали еду на двоих. Какая разница, сколько пластика? Главное, что мы не голодные. Что ты паришь, сейчас возьмем все, вот так вот соберем и выкинем. А что ты думаешь, этот мусор просто растворится? Ну почему растворится? Его же на свалку отвезут. Ты вообще знала, что на свалке эти твои контейнеры будут разлагаться десятки и сотни лет? И что ты мне теперь предлагаешь? Съесть этот пластик? Нет, конечно. Но сейчас я тебе кое-что покажу. Всем привет! И с вами Эко Даша. И просто Даша? Ладно, а зачем здесь эти пакеты и мешки? Ну вот ты обычно когда в магазин ходишь, во что кладешь продукты? Ну, пакет, конечно. Или ты хочешь, чтобы я продукты по карманам распихивала? Ну, пакеты очень долго разлагаются и портят окружающую среду. Я вот, например, пользуюсь мешочки, авоськи или эко-сумки. Ну, слушай, авоська у тебя какая-то дырявая. А эко-сумка, была бы она другого цвета, я бы, может, и носила. А пластиковые пакеты так и останутся на свалке. Фу, это, конечно, все очень впечатляет, но что ты хочешь мне этим сказать? То, что половина всей этой свалки могла бы быть переработана. А как я дома, одна, буду все это перерабатывать? Я не предлагаю строить тебе заводы по переработке. Этим занимаются другие. Ты можешь просто помочь им. Тебе не нужно становиться Гретой Тунберг, либо же останавливать глобальное потепление. Сделай все, что в твоих силах. И не сиди сложа руки. Сохраняя природу, ты в первую очередь заботишься о себе. Эко-привычки – это совсем не сложно. Нужно только начать. Я могу подсказать тебе пару правил, которым следуй сама. Первое. Ты можешь ходить в магазин со своей сумкой. Никогда не покупай пластиковые пакеты. Второе. Сдавай мусор раздельно в специальные контейнеры, ближайшие к нам в магазинах Леруа на Выборгском шоссе и в Меге Парнас. Одежду, которую ты не носишь, можно отдать нуждающимся. Еще покупай фрукты и овощи на развес и складывай их в многоразовые мешочки. Всегда сдавай батарейки и лампочки в специальные контейнеры. И еще важно, никогда не покупай продукты в упаковке, которую нельзя переработать. Нет, у меня есть идея получше. Так, например, вместо магазинного торта всегда можно испечь что-нибудь самой. Видишь, как все просто, и никакой не перерабатываемой упаковки. Да, вкусная твоя экология оказалась.